Друзі, всім привіт! Ви на каналі Мороз Лайф. Сьогодні завітав до нашого друга Олександра Литвиненка. Привіт. Саш, привіт. Сьогодні будемо з ним знімати відео, яке повинно було вийти ще рік назад, перед початком війни. Відео буде про пологи в Чехії для іноземців і все те, що треба про це знати. Тож, наша аудиторія дівчат, російськомовних, українськомовних, готуйтеся, підтримуйте це відео своїми лайками, і ми будемо починати. До чого готуватися? Перше. Готуйтеся. Мабуть, до родів, до народжувати тут дітей. Відразу хочу вас попередити, що відео буде на двох мовах. Питання, які ви задавали раніше, будуть задаватися російською та українською мовами. Тож, ми починаємо. Питання у мене, Олександре. Перше питання. Кто может рожать в Чехии и какие нужно иметь для этого документы? Например, женщина-туристка может родить в Чехии? Да, нет? Абсолютно кто угодно может рожать в Чехии. Единственная разница в том, что у кого-то есть виза, у кого-то вид на жительство. Ну и я так разумею, что жінки с дочасною охраной, с визами захисту. Да, да, да. Это очень актуально. На сегодняшний день многие обращаются. Временная охрана, виза стерпені. Как мне будут покрываться роды? Могу ли я рожать? А нужно ли покупать страховку? Давайте разбираться. Так, наступне питання від нашої підписниці, яка також його задавала раніше. Які основні отличия і нюанси ведення беременності і в родах в странах СНГ, тобто в Україні, Росії, Білорусі і так далі, і різниця в Чехії? Например, когда нужно записываться? Да, в Чехии четко установлено правило, что необходимо записываться на 14-й неделе. Необходимо выбрать роддом, зарегистрироваться, подать заявку. Очень часто роддом просит еще подтвердить, прийти лично в течение там, одного или двух дней. Иначе эта заявка не будет обработана, да, не будет принята. Многие этого не делают, многие уже приезжают сюда на поздних сроках. Как туристки, так и те, кто наконец-то получил какое-то воссоединение и так далее. Соответственно, им грозит то, что они не смогут уже рожать в Праге. Пражские роддомы переполнены, так как они не записались. Соответственно, они могут рожать за Прагой в каких-то маленьких городках. Там часто это Неротовице, Мельник и какие-то другие маленькие роддомы. И в принципе это неплохо, потому что в маленьких роддомах вам будет оказано повышенное внимание. Там не такой поток, не так много практикантов и так далее, и так далее, и так далее. Далее вашу беременность ведет гинеколог до 36 недели. После 36 недели гинеколог передает ведение беременности в роддом, собственно, в котором вы и будете рожать. Нюанс. Если вы хотите, чтобы ваши роды принимал конкретный врач, конкретный гинеколог или кто-то другой, с кем вы заранее это обсудили, то врач может присутствовать и принимать у вас роды, но за отдельную плату. Такая практика присутствует у русскоговорящих, украинскоговорящих врачей в Праге и во всей Чехии. Это может стоить там 20, 30, 40 и больше тысяч крон за то, что врач придет не в свою смену. Угу. То есть, я так понимаю, если он будет на своей смене, то... Да, конечно, это он выполнит свою работу, примет роды бесплатно. Угу. Поэтому заранее это обсуждайте со своим врачом. Нюансов может быть много. Так, наступне питання, Саш. Чув таку тему, що в Чехії жінка, ну, наприклад, живе тут і працює, має робочу карту і так далі, повинна бути застрахована. Все иностранцы в Чехии обязаны иметь страхование, которое разделяется по категориям для кого-то коммерческое, для кого-то государственное. Ну, если, например, она имеет рабочую карту, она застрахована. Как взагалі в Чехии влаштована система всего страхования для вагітних жінок и для немовлят? Який народжується. Ну, это очень обширный вопрос. Постараемся кратко дать на него ответ. Что будет непонятно, пишите в комментариях, пишите мне лично, отвечу на все вопросы, постараюсь. Значит, в Чехии система страхования делится на два вида, государственная и коммерческая. Сейчас, с учетом того, что в Чехии находится около 600 тысяч иностранцев, которые приехали сюда и получили или визу временной охраны, или визу стерпени, или еще какую-то визу. Каждый относится либо к коммерческому страхованию, либо к государственному. Значит, те люди, которые приехали... Давай рассмотрим женщин, потому что мы говорим о страховании беременности, соответственно, будем рассматривать только женский пол.
Те женщины, которые приехали сюда и получили сначала визу стерпени, помните, давали? Потом эту визу стерпени приравняли к дочасной охране. Все, считайте, у вас дочасная охрана, у вас в визе стоит код 667 или 668. Есть те, которые приехали сюда, но не смогли получить дочасную охрану, например, по причине того, что у вас была охрана в другой стране, и Чехия уже не дает, или у вас без виз, или вы находились на момент начала военных действий, вы находились не в Украине, этим людям дают визу стерпени, но не ту стерпени, которая была раньше. Ты рассказывал, да, о кодах виз и в чем разница. Да. А дают стерпени уже с кодом 91 по специальному параграфу 91 закона о пребывании иностранцев. Также у нас есть женщины-иностранцы, которые здесь пребывали до военных действий, у них был вид на жительство по воссоединению с мужем, например, те люди, которые выехали сюда всей семьей, либо муж выехал раньше, потом воссоединил жену. Также есть иностранки с ПМЖ, есть иностранки с паспортом Евросоюза или члены семьи гражданина ЕС. То есть это жена, а гражданина ЕС, например, венгры или румына, итальянцы и так далее, и так далее, и так далее. Теперь, кому из них положена какая страховка и как она соотносится к страхованию беременности? Иностранки с ПМЖ полностью застрахованы в государственной системе страхования, рожать будут по своей государственной страховке карточки синего цвета, роды будут покрыты полностью, ребенок будет покрыт с самого рождения, ребенок бесплатно получает ту же самую государственную страховку. Далее он получает ПМЖ, соответственно, на него распространяется государственное страхование, и оно бесплатное. Mm-hmm. Детям, а пока они учатся на дневном отделении аж до 26 лет. Все, то есть родила, ребенок в роддоме покрыт, ребенок после выписки из роддома покрыт, и дальше он покрыт, пока он учится. Mm-hmm. Бесплатно. Мама за роды ничего не доплачивает из-за нахождения ребенка в роддоме. Дальше, иностранки с ВНЖ. Воссоединение семьи, трудовая карта, студентки и другие категории долговременного пребывания в Чехии, долгорубий побыт. Все это вид на жительство. Категория женщин-иностранок с видом на жительство может иметь как государственную страховку, так и коммерческую. Значит, иностранка, которая работает по трудовой карте, у нее государственная страховка. Она рожает по государственной страховке, роды, ведение беременности, все-все-все, полностью роды, все покрыты ее государственной страховкой. Дальше, иностранка, которая на воссоединении. Она может работать, если у нее есть свободный доступ на рынок труда, тогда у нее тоже государственная страховка. То есть у нее нет трудовой карты, но она трудоустроена, за нее платит отчисление работодатель в государственную страховку, у нее государственная страховка. Карточка, но уже не синего, а зеленого цвета. Дальше, иностранка с видом на жительство, студентка. Она может работать, а может не работать. Если она не работает, то у нее коммерческая страховка ПВЗП белого цвета. Там есть нюансы. Она покрывает беременность и роды, если были соблюдены специальные сроки ожидания в 3 и 8 месяцев. Иностранка с визой временной охраны, которая после 6 месяцев пребывания в Чехии по этой визе изменила свою цель пребывания. У нее здесь до этого был муж, и она воссоединилась на него. Получила долгодобый побыт. Например, работает. У нее государственная страховка. То же самое. Не работает, тогда она обязана покупать коммерческую страховку. У нее будет карточка белого цвета. На нее распространяются те же ограничения, что и на остальных иностранок без государственной страховки. И теперь самая вот эта вот категория, которых здесь, будем говорить, приехало очень много иностранок из Украины. Виза временной охраны. С визой временной охраны иностранки опять же делятся на несколько подвидов. Те, которые получают первые 150 дней государственную страховку бесплатно. По ней можно вести беременность, рожать, вы ничего не доплачиваете. Вторые, те, которые имеют эту же страховку, но платят за нее, потому что нигде не работают, не состоят в центре занятости. Платите за нее 2363 кроны каждый месяц. Точно так же. По ней можете проходить все обследования, вести свою беременность, рожать. И те, которые имеют все-таки не визу временной охраны, а визу стерпени, 91 код. Вот этой категории иностранок из Украины
с украинским гражданством не положена государственная страховка, и вам нужно покупать коммерческую. Со всеми вытекающими отсюда ограничениями, как для студентки, так и для тех, кто находится по воссоединению, но не работает. В Чехии были приняты изменения в законе от 2 августа 2021 года, согласно которым поменялся порядок страхования новорожденных. Значит, снова идем, как мы начинали с беременными. Иностранка с ПМЖ. Ребенок полностью покрыт, ничего доплачивать не нужно. Иностранка с ВНЖ. И вот здесь вот уже делится. Если у нее ВНЖ, воссоединение, трудовая карта, студентка или любой другой долгодобый побыт, то ребенок после родов покрыт по государственной страховке, по ВЗП. И он покрывается с самого рождения до конца месяца, в котором ребенку исполнится 60 дней от рождения. Это значит, что в роддоме вы не доплачиваете. Но некоторые роддомы берут аванс 10 тысяч крон, потому что они не знают, там будет покрыт ребенок, не будет покрыт. Может, эта женщина потом возьмет ребенка, ее выпишут, и она уедет отсюда. И такое бывает. Они берут авансовый такой депозит в размере 10 тысяч в Праге, может быть, чуть меньше в других городах. Потом его возвращают, когда выясняется, что ребенок покрыт государственной страховкой. Как это работает? Например, ребенок рождается 15 марта, 60 дней ему исполнится 14 мая. Ну, там нужно посмотреть, 30 или 31 день. Но государство ему дает возможность быть покрытым государственной страховкой до конца месяца, в котором ему исполнится 60 дней, то есть до конца мая. Фактически он покрыт не 60 дней, а 2,5 месяца. Но эта опция не бесплатная. За эту опцию вы платите в кассу государственной ВЗП 4672 кроны. То есть это двойной платеж от минимальных отчислений. Минимальное отчисление в 2023 году по всей Чехии, вне зависимости от региона или города, 2363 кроны. Это та сумма, которую платят неработающие беженцы, иностранцы с ПМЖ и неработающие чехи. Соответственно, для детей эту сумму умножили на 2, чтобы покрыть 60 дней, и разрешили, чтобы эта страховка продлилась до конца этого месяца, в котором исполнится 60 дней. Как это работает? Когда ребенок рождается, вы находитесь 2-3 дня с ребенком в роддоме. Если ребенок здоров, никаких отклонений и необходимости находиться ему там дольше нету, то его выписывают. Дальше вы получаете по месту рождения, не месту регистрации, а месту рождения. То есть, если регистрация Либерец рожала в Праге, и Прага еще делится по районам, то свидетельство о рождении будет выдано городской частью того района, в котором, соответственно, находился роддом. Да. Получаете свидетельство о рождении, по-чешски называется родный лист, берете свой паспорт, загранпаспорт, мужа загранпаспорт, берете карточку пребывания в Чехии вашу, карточку пребывания мужа, и, как правило, муж работает, значит, у него есть тоже зеленая карточка государственной ВЗП. Берете свидетельство о рождении и выписку из роддома. Все это несете в ближайший к вам офис ВЗП государственный. Они оформляют временную такую бумагу на А4, такую же, как давали беженцам, и с этой бумагой вы, или по e-mail вы отправляете в роддом, и если вы там платили этот депозит, около 10 тысяч крон, они вам его возвращают. Если ребенок находится в роддоме, ну, скажем, там какая-то проблема под лампой, желтушка или еще какие-то отклонения, может быть, могут быть, и ребенок находится в роддоме месяц-два, 2,5 месяца, вот до конца месяца, в котором ему исполнится 60 дней, неважно, его выписали или он находится в роддоме, в инкубаторе, он покрыт государственной ВЗП за сумму 4672 кроны, которую вы заплатите раньше или позже в кассу ВЗП или на счет ВЗП. С 61 дня, ну фактически, закон говорит 61 дня, но фактически с того дня, когда закончился вот этот вот месяц, который покрывался ВЗП, ему нужно покупать коммерческую ПВЗП, и от этого никуда не денетесь. Коммерческая ПВЗП оформляется новорожденным сроком минимально на год. Многие спрашивают, говорят, он же уже 2 месяца был покрыт, можно я оформлю на 10 месяцев? Или мы там через полгода уезжаем, можно на 4 месяца, на полгода, ну, на какой-то меньший срок, потому что, ну, нет смысла покупать на год. К сожалению, коммерческое страхование и прайс коммерческой ПВЗП, уже мы говорим о ПВЗП, вот этой белой карточки, устроен таким образом, что оформить новорожденного можно минимально сроком на год. Так вот, оформляется
коммерческое ПВЗП. И делается это заранее, потому что это оформление занимает какое-то время, поэтому готовить документы нужно не тогда, когда вот на завтра нужна страховка, а заранее. И стоит она 32 243 кроны. Питання. Якщо іноземка, яка знаходиться в Чехії, не працює, немає, які в неї документи? Немає державного страхування, ну, на повоз'єднання. Але вона не працює, от вони дізналися, що вона вагітна, от вона там сидить. Комерційна страховка. Комерційна ПВЗП білого цвіта. Причому... Перед родами, я так розумію. Ну, звісно, у нього є два варіанти. Заплатити роди, всі скринінги, УЗІ, обслідування, заплатити за свої гроші, все. Тобто вона не хоче покупати ніяку страховку, вона все готова платити. Кожен візит к врачу, кожен скринінг, там 2,5-3,5 тисячі стоїть. Аналіз крові, аналіз мочі, аналіз на відсутствие ВІЧ, ще якісь дополнительні обслідування, генетичні тести. Все, вона готова платити за свої гроші. Все, може нічого не покупати, отлично. Второй варіант. Если она по воссоединению не работает, то у нее уже автоматически должна быть коммерческая ПВЗП белого цвета. Иначе как бы ей дали воссоединение? МВД... Да не так, а на дитину. На дитину. А вот дитина уже пропускает вот этот вот срок, то есть пропускает этот этап, когда ребенку оформляется государственная ВЗП за 4672 кроны на вот этих вот 2,5 месяца. То есть этот вариант не распространяется? Нет, вот в этом и разница. Мама с долгодобным, мама, неважно какая у папы виза, мама с долгодобным побытом не с визой, именно с карточкой. Государственная ВЗП, потом коммерческая ПВЗП за год. Мама без долгодобного побыта. То есть мама по безвизу, мама с польской визой, мама нелегал, мама с визой до частной охраны, у нее тоже не карточка. У нее виза, у нее визовая наклейка. Мама с визой с терпени, 91 параграф. Вот они все идут по вот этому второму этапу, где им не положено государственное ВЗП при рождении ребенка, которое бы покрыло его на вот этих вот 60 дней, либо там чуть больше 2,5 месяца и так далее. Им сразу нужно покупать коммерческую ПВЗП. И вот эти 2-3 дня пребывания ребенка в роддоме, вот именно для этого и берется депозит. Около 10 тысяч крон на сегодняшний момент в Праге, для того, чтобы покрыть вот эти 2-3 дня пребывания ребенка в роддоме до его выписки. Но если ребенку нужно находиться дольше в инкубаторе, а день, давайте сразу вас испугаем, день нахождения в чешском инкубаторе, если это Прага, то он может обходиться примерно 25-35 тысяч крон на одного ребенка. Бывает же двойня. А в инкубатор попадает часто двойня, потому что, как правило, двойня рождается раньше срока. Соответственно, им нужно еще некоторое время набираться сил в инкубаторе. И вот эти все расходы ложатся на ваши плечи. Соответственно, у вас ребенок с самого рождения не покрыт. Вот этих 10 тысяч, которые с вас взял роддом, не хватит. Они вам все равно потом выставят счет. На нашей практике в Чехии все знают, когда роддом выставил счет за двойню двум студентам в размере 4 миллиона крон. У меня есть этот инвойс. И, в общем-то, вся Чехия, потом все благотворительные организации пытались там помочь собрать эту необходимую сумму. Но счет такой был. И такой счет может быть. Поэтому вот этим мамам... Вот, дай да, Бог. Вот, да. Давайте еще раз подчеркнем. Тем женщинам-иностранкам, у которых... нету визы, у которых польская виза, еще какая-то виза другой страны, и не положена чешская виза, соответственно. Словацкий побыт, который все так любят, и виза с терпением, код визы 91, вот у вас, соответственно, нет вида на жительство в Чехии, и у вас ребенок не будет покрыт в роддоме, и вам нужно заранее подумать, чтобы приобрести коммерческую страховку ПВЗП, и либо заранее планировать свою беременность с соблюдением сроков страхования, либо, соответственно, уже покупать. И вот тут интересный момент. А что, если иностранка уже беременна? И здесь вот у нее виза с терпени, 91 параграф, или польская виза, и так далее, и так далее. Вот если вы уже беременны, то уже не получится купить какую-то дешевую коммерческую ПВЗП. И стоимость такого коммерческого страхования от ПВЗП для тех, кто уже в положении, начинается от 78 461 кроны. И дальше там есть другие тарифы. 98 тысяч, 102 тысячи. Но по этой страховке есть
преимущество. Если вы купите такую страховку, находясь уже в положении, то эта страховка покрывает не только вас, все расходы по беременности и родам, но и ребенка в течение 3 месяцев пребывания в роддоме до лимита 500 тысяч. То есть, если у нас ребенок остался в инкубаторе, и ему там насчитывают 25 тысяч в день, то, по сути, он будет покрыт 20 дней на сумму 500 тысяч. Либо он будет покрыт максимально 3 месяца на сумму 500 тысяч. То есть, все остальные расходы уже оплачивают родители сами. Ну, так раз мы перейшли до цього питання, яке в мене тут записано наступне. Які расходи покриває страховка по беременності і родам? Вот если мы говорим о... В данном случае мы скажем о коммерческой ПВЗП. Естественно. Потому что других вариантов нету. Это та коммерческая ПВЗП, которую нужно покупать за озвученную цену. Она покрывает маму на 3 миллиона крон. Она оформляется тоже минимально на год. Угу. То есть ко мне обращаются люди, говорят, вот на 7 месяце можно ее оформить на 7, 8, 9, ну и на всякий случай там 10, вдруг у меня, вдруг я буду рожать не на 36 неделе, а на 40, там немножко переношу и так далее, и так далее. Нет, она оформляется тоже минимально сроком на год. Покрывает вас в трех вариантах 3 миллиона, 4,5 миллиона и 6,5 миллиона крон. И покрывает ребенка на 500 тысяч крон, ну и там дальше, в зависимости от лимита. Важно понимать, что она покрывает ребенка только до момента выписки из роддома. То есть, если ребенок находился в роддоме там неделю, его выписали, а потом по какой-то причине снова госпитализировали в роддом, не знаю, температура поднялась, там какая-то рвота, еще что-то, какие-то проблемы, то он уже не будет покрыт. Она покрывает до момента выписки из роддома. Саш, следующий вопрос. В чем разница оформления страховки в офисах ВЗП, куда могут обратиться любые иностранцы, да, и разница оформления, например, у тебя, у страхового маклера? Мы занимаемся только коммерческими ПВЗП. Соответственно, к нам нужно обращаться только по коммерческим ПВЗП. По государственным ВЗП, вот, которые по визам временной охраны или от работодателя и так далее, и так далее, вот это вот не к нам. Этим занимаются только офисы ВЗП, часто приходят к нам, мы им показываем, у нас тут через дорогу есть офис ВЗП. Значит, разница по коммерческим. Помогаем правильно заполнить документы. Рассказываем то, чего вам не расскажут в офисе ВЗП. У нас коммуникация со страховой компанией происходит намного быстрее. Ну, плюс стараемся какие-то скидки вам давать. Ну, и многие жалуются, иностранцы, на отношения, что им там грубят, хамят, не хотят их слушать, не хотят им помогать, и не хотят принимать документы, не хотят толком ничего рассказывать, мол, читайте где-то там и все. У нас как бы человек получит полную информацию и какие-то лайфхаки, что как сделать, чтобы быстрее оформить эту страховку. Короче, за двери не пошлите. Нет. Добре, дякую. Так, Саш, що, чув такий міф, не знаю, міф чи не міф, може це правда, що в лікарнях часто відмовляються допомагати мамі та дитині, от, якщо в неї є комерційне страхування, тобто це, наприклад, ПВЗП. Что делать в таких выкладках? Ну, я всегда спрашиваю, когда приходят клиенты там оформлять к нам беременных или новорожденных, приходят, соответственно, отцы этих детей. Я всегда спрашиваю, как вообще, как вот вы были на родах, как отношения? Мне всегда интересно, в каком роддоме, чтобы я, во-первых, для себя, да, чтобы я знал. Во-вторых, чтобы я мог поделиться с нашими клиентами. Как правило, отношения хорошие, очень... вежливая, с пониманием, если девушка совсем не говорит на чешском, как-то ей там пытаются на пальцах объяснить, плюс везде попадаются наши медсестры-украинки, русскоговорящие или там с другой стороны, поэтому в целом жалоб я не слышал, чтобы совсем было плохое отношение к маме или к ребенку. Ну а, ну, припустим, еще выникла такая ситуация, что делать в этой ситуации? Только ругаться, звать врача, там, не знаю, писать какие-то жалобы, ну, то есть только решать этот вопрос сразу на месте, а что еще остается? Ну, вообще не было. Не было. И в маленьких роддомах отношения еще лучше. Потому что в маленьких, вот за Прагой или в каких-то маленьких городах, у нас же есть Плзень, Брно, там еще какие-то города, Аламоуц, внимание будет оказано больше, потому что крупные роддомы – это все-таки поток. Это поток, это практиканты, это 40 человек, рожающих одновременно, и так далее, и так далее. Я посоветую, вы, наверное, все-таки читайте отзывы в интернете о том или ином роддоме, потому что сколько людей, столько и мнений, есть куча форумов,
Есть много информации, рейтингов этих роддомов. Смотрите, где вам лучше рожать. Зараз переходимо до наступних питань від наших підписників. Питання, звичайно, не дуже прості, тому що вони вже такі стосовно вагітності. Я розумію, що ти не лікар, але ти спілкуєшся з майбутніми мамами, з майбутніми жінками, які будуть народжувати. І, я думаю, володієш якоюсь інформацією. Питання... Ми, прежде всего, общаемся з гінекологами, тому що гінеколог нам направляє клієнтку, яка вже беременна, у якої нет страховки. І гінеколог робить свою роботу, а ми, соответственно, консультуємо, вибираємо їй якусь комерційну страховку или консультируем о том, что ей не нужна коммерческая страховка, потому что у нее там есть возможность получить государственную, соответственно. Наступное питание. Практика сохранения беременности в Чехии. Вообще существует такая практика или нет? Это называется не сохранение, а госпитализация. То есть, вот мне гинеколог пишет, если сильный токсикоз, то госпитализация. Если какие-то там проблемы, то госпитализация в пренатальный центр. До 34-й недели с обычной больницы перевозят в перинатальный центр. Ну, а дальше уже, я думаю, что на этот вопрос вам ответит гинеколог или какие-то те мамы, которые здесь уже рожали, потому что, в принципе, не мое так, направление. Девчата, Александр страховой маклер, директор компании страховой, я никак не врач. Понятно, что доктор всегда решает индивидуально, в конкретной ситуации. И вот правильно гинеколог пишет, если токсикоз, то вариантов нету. Но, кстати, есть нюанс. Вот тут я могу добавить от себя, что если вы беременны, и у вас нет государственной ВЗП, платной или бесплатной, как у беженца, и нет никакой страховки, то это проблема. Потому что если вас оставят, как вы говорите, на сохранении в роддоме с токсикозом, то там достаточно дорого может обойтись. Это пребывание, какие-то капельницы, я не знаю, что там еще дают. И вот в этот момент, когда к нам обращаются, говорят, можно оформить вот эту страховку для беременных за 78 тысяч, то нет, мы такой вопрос задали вот у конкретной клиентки на компанию ПВЗП. Они говорят, да, стоимость страховки 500 000. Но потому что они не знают, вы с токсикозом там будете неделю, две или месяц. Каждый день нахождения в больнице, в роддоме, или в Матоле, там, в любой больнице, стоит денег. Это не бесплатно. Соответственно, страховая не знает, во сколько им это обойдется, и они просто с запасом увеличивают стоимость страховки, чтобы не получилось, что они заплатят роддому больше, чем та сумма, за которую они продали вот иностранке эту страховку, которая уже, в принципе, с токсикозом и которая госпитализирована. И у нас, как я сказал, такой случай был. Пришлось отложить оформление страховки. Все расходы клиентка оплачивала сама. Вот жаль, что она не побеспокоилась об этом заранее. Потому что, когда еще не было токсикоза, на ранних сроках она могла оформить стандартно страховку по стандартной цене 78 461, и там нет вариантов ее оформить за 20, за 30, за 40 тысяч. Этого тарифа просто нету. Потому что вариант только одна страховая компания, монополия от компании ПВЗП. Вот она бы уже была покрыта. Ну, бачиш, як я так розумію, хотіли зекономити, в итоге зекономили. А не знали просто, не знали, що буде токсикоз. Просто не знали. Вот она к нам приходила в офис, все хорошо, даже живота не видно. А потом мы ей звоним и говорим, ну что там у вас там со сбором справок, нужно ж предоставить необходимые документы для оформления страховки. А она говорит, а вот меня госпитализировали с токсикозом уже в Матол. И никакой страховки у нее, получается, не было. Если вы хотите сэкономить на страховке, не покупать страховку для беременных, а купить ее по обычной цене, обычная цена для взрослого, это сейчас 26 800 крон в год, она тоже вам покроет беременность, но покроет ее спустя определенный срок ожидания. Тогда планируйте, если беременность возникнет после истечения вот этого срока ожидания, тогда вам не придется покупать дорогую страховку за 78 тысяч. Кто не понял, как работает срок ожидания, обращайтесь, пишите Viber, WhatsApp, Instagram, расскажем. А контакты мы залишаем, как завжди, под этим видео. Заходьте, пишите, если есть питання до Александра, звертайтесь. Саш, у мене, в принципі, на сьогодні все. Дуже розвернуті відповіді, дуже круто вийшло. Я думаю, це відео буде популярне і дуже корисне нашим всім майбутнім батькам. Саш, тобі дякую за час. Молодець. Дякую за те, що дав нам ці розкриті відповіді.
Якщо у когось виникатимуть питання з приводу страхування, з приводу того, що робити, як це все, з якими кроками робити, будь ласка, звертайтеся до Олександра. Контакти всі під відео, задавайте йому питання, пишіть, як бути в тому чи іншому випадку, коли краще купувати ту або іншу страховку. Звичайно, розказуйте, які у вас є на даний момент візи, щоб йому можна було швидше зреагувати і правильно все підібрати. Плануйте свою беременність. И обязательно рассказывайте, какая у вас ситуация, для того, чтобы мы могли, как Игорь говорит, правильно разобраться, какая вам положена страховка. Мы никогда вам не продадим страховку, которая вам не положена. Но на этой ноте мы, в принципе, будем завершивать. Не забывайте поддерживать это и другие наши видео своими лайками. Подписывайтесь, кто этого еще не сделал. А мы уже с вами увидимся в других выпусках. Всем удачи и до новых встреч. Всем пока. Спасибо за просмотр. Пока.